количество завершающихся ремонтов дорог на территории Тверского региона. Это очень большая работа, которая была проделана уже с начала текущего года. И я уверен, что в середине сентября мы сможем проехать по этим дорогам, посмотреть уже и проверить все качество и уровень организации работ. Второе, это, конечно, детские учебные заведения, это школы, детские сады, которые сейчас строятся. Уверены, что у нас в этом году то количество, которое было обозначено, порядка 6 учреждений будут сданы. Мы сможем также увидеть все уже, так сказать, своими глазами, и наши маленькие граждане пойдут в новые хорошие, качественные учебные, дошкольные учебные заведения. Это строительство нескольких школ, которое должно завершиться в текущем году, двух, это в городе Твери. И мы также считаем, что это очень большие средства, это была проделана большая работа, потому что одна из школ на 1200 мест практически не имеет аналогов на территории нашего региона. Кроме этого, это завершение строительства в этом году детской поликлиники в городе Твери и строительство уже в других муниципальных образованиях, еще объектов медицинской помощи. Это начало проекта по областной детской больнице, которая уже стартует с декабря текущего года. Это и в том числе наши ФАПы, которые были приобретены и поставлены на территории Тверского региона. Это автотранспорт, который сегодня в том числе мы вручали, который работает на территории нашего региона. Можно еще перечислять направления. Это в том числе газификация, которая идет на территории нашего региона. Это в том числе, наверное, и об этом надо отдельно сказать, это модернизация системы ЖКХ. Мы имеем в виду и благоустройство территории, это общественное пространство, которое очень востребовано на территории нашего региона. И это модернизация теплового хозяйства и работа по устойчивому тепло- и электроснабжению.